Всем привет! Сегодня у нас будет пасхальная битва гильдий. Будем выпускать Роню и Аню против других гильдий. Сейчас посмотрим, кто у нас тут. Радость, диктаторы, нагибаторы, Краснодар. Короче, диктаторы, нагибаторы, я так понял, это можно пропускать. Судя по названию гильдии, так все понятно. Краснодар. Кто у нас тут? Агрессор. По-моему, пару раз попадался. Радость. Ладно, давайте с Краснодара топа завалим. Где там наша Роня? Вот единственное плохо, что Роня по Фрейе попадает. Ну, в принципе, тут есть вертолетики рядом. О, просел неплохо. Давай, Роня, тащи. Никогда не делайте, если вы хотите какой-то дайв, никогда не оставляйте по одному герою, особенно Анубиса. Ну, чуть-чуть не хватило. Ну, у нас есть жесткий Анус. Он сейчас просто их добьет. Вот так вот. 1005 очей. Есть. Восстанавливаем нашу Роню. Так, кто тут у нас еще есть? 367. Тут 367 диктаторы. Диктаторы, республика Диктаторстан. Так, ладно. Это все неинтересно. Вот тоже, кстати, расстановка, на которой Рони очень хорошо применять. Конечно, лучше бы, чтобы он сейчас наверх побежал. Я немножко неправильно его выпустил. Но да ладно. Вроде нормально зашел. Как видите, мы уже раздолбили больше половины базы. Надеюсь, когда-то у нас правила битвы гильдии изменят. Нужно будет убивать героев, не только здания. Выпускаем жесткий анус. И у нас 100. В общем, вот так вот. Как-то так. Так, что там у нас? А у нас даже никто не умер. Побежали к радости. Так, у них тут расстановки иксом. Тут немножко будет, конечно, посложнее, но я думаю, в принципе, стрелок нам должен помочь. Плюс здесь стрелковые башни. Быстро слили. Походу надо выпускать жесткую Аню. Давайте отсюда зайдем. Тут у нас Афинка.
Она, конечно, жестко будет фигачить. Когда включится. Видите, да, что она делает? Просто обезглавила нашего. Так, ну давайте, давайте вот так вот сделаем. Запустим отсюда Бигфута. Есть. Так. Отсюда можно его запустить. Пусть подломает. Теперь запускаем Дрейка. Так, Дрейка слили. Видите, у нас уже 95%. Нам даже бревно не надо будет. Просто... просто вот вам Бигфут и Рину в связке, которые ломают заборы. То есть такой вариант героев тоже можно использовать. Если у вас там особенно здания за забором стоят. Что там у нас следующий? Та же самая расстановка. Тут даже Фрея есть. Фрея с воодушевлением. А нет, Афина с воодушевлением. Ну ладно. Побежали. Попробуем. Да, тут будет, кстати, поинтересней. Вроде нас сразу же слили. Вот видите, тут Афинка больше погоды делает. Плюс еще Фрея у нас есть. Которая нам тоже мешает. С одной стороны мешает, с другой стороны наоборот будет помогать. Потому что Ронин будет зависать на ее вертолетиках. В общем, вертолетики тут больше пользы дают. Вот 65%. Выпускаем тут Бигфута. Есть. Так, что тут у нас? Тут выпускаем. Вот так разломали. Так, есть капитана Дрейка. Надо было, кстати, Дрейку оживо поставить. Ну, выпускаем жесткий анус. 96%. 100% опять бревно мы не используем. Просто без бревна. Короче, Рони и Аня раскатывают любых топов. Так, что там у нас дальше? Еще один. Та же самая история. Стрелок Афина. Ой, да тут можно сверху просто заходить. Тут получше всего будет. Еще плюс, если бы были станищие башни, было бы как-то посложнее. А так тут стрелковые башенки. Немножко спамим. Рину, Анубис и Некрос Ронину ничего не смогут сделать. Единственное, что они могут ультануть все вместе. Но это как бы не критично будет. Вот как сейчас, видите, они все ультанули. В таких случаях можно подпускать вертолетики стрелка
Они бьют очень часто и включают наш ожог. Вот он висит на троих героях. 91%. Девяносто три. Давай, Роня, затащи. Так, 95. Ну, еще у нас осталось две цели. Не хочет, все никак не хочет попасть. Как видите, эта расстановочка тоже не особо сложная для Ронина. Главное, чтобы у вас правильно герои были расставлены с определенными талантиками и питомцами. Да, давай уже еще одно здание добей, чтобы мы жесткий анус не выпускали. О, красавчик, один Роня затащил. Ну вот все, 4922. 10 минут у нас ушло. Без дерева справились, без всякого оживления. Можно поставить руны оживами. Сейчас вам покажу составчик. Вот такое у нас дерево было на запасе. Вдруг надо было бы резнуть. Такая Роня, такой Анус, такой Дрейк. Если вы, кстати, поставите оживу, на Дрейка будет получше и на Рину. То же самое. Вот такой вот Бигфут. Все, вот таким вот составом мы без проблем затащили всех топов без дерева. Все, пишите комменты, как вам такой состав. Можно еще брать даже сюда малыша Ника вместо дерева, тогда у вас 100% вы все затащите. Дерево как бы не особо нужно, но смотря какие у вас прокачки героев. Все, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всем удачных прохождений. Всем пока.